Итак, да, пацаны, вам вот такие вот снарты достаются, вы молодцы! Вот еще одна кепка от Adidas, оригинальная. Капец, как я рад. Вот, спасибо большое. Пожалуйста. Вообще, передаем привет подписчикам канала Жени Купунова, группы Sunny Days. Sunny Days, КП. И я с удовольствием вручаю тебе классную курточку. Это подарок для кого-то. Ну, правда, не мужская, но все равно пойдет. Подписывайтесь на канал Женя Плешкунов. Ой, класс! Женя Плешкунов в YouTube канал. Вот такой вот видеоблогер. А вот сейчас вы увидите, как у нас Нахимом брал интервью канал Беларусь 4. Здравствуйте, меня зовут Женя. Фамилия? Плешкунов. Женя Плешкунов. Меня зовут Влад. Канал Беларусь 4. Уже второй раз. Я пропиарил свой канал там. Да-да. Спасибо. А у нас сердце. Спасибо. У нас сердце там. Что это? Да. Ребят, вот мы только что шли, знаете, чем мы нашли? Самую лучшую книгу. Знаете почему? И самую успешную. Книга от Николая Соболева. Подожди, надо почитать. Я ж ни разу ее даже не читал. В Беларуси книга Кольги Соб. 15 рублей. Сколько? 15 рублей. Ого, ого. Напряг, ребят. Очень сильно напряг. Я говорю, так фартить, как нам, уже не может. Вы классно выступили. Очень красиво. Девочки, давай.
Можете, пожалуйста, вот подписать? Да, конечно. Сейчас руки освободятся. Спасибо большое. Скольким людям ты собрался давать? Да, это мне. Распишись, девочки. Как зовут еще раз? Да, спасибо. Это вы уезжать собирались? Да. А вы блогеры? Да, ребята, да. Вообще нафиг-то прорвались. Можно вас, пожалуйста, попросить передать привет подписчикам канала Женя Плешкунов? Женя Плешкунов? Да. Хорошо. Плешкунов? Да. Окей. Всем привет, передаем подписчикам канала Жени Плюшкина. Плешкунова. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Пока. Вперед, Гомель. Большое спасибо. На концерт 14 придет? Да. Давай. Постараемся. Спасибо. Да, постойте. Ребят, вот вы только что могли видеть, как мы сфоткались. Вам передали привет группа Navi Band. Правда, она сначала мою фамилию назвала неправильно. Ну, это ничего страшного. Это мелочи. Да, это мелочи. И сейчас мы исполним главную миссию этого дня. Пойдем к Игорю Николаеву. Мы идем к своей цели уверенно, потому что мы... Мы? Кто мы? Мы команда! Да. Вот, смотрите. Торговый центр «Секрет». Приходите сюда. Даже если у вас времени нет. Так, пошли. Сейчас вот ждем Николаева, Игоря Николаева. Он, по идее, должен сейчас подъехать. Вот через пару минут начинается концерт. Если мы не успеем сейчас, мы просто после концерта с ним сфоткаемся. Игоря Николаева мы ждали около 2 часов. Знаете, мы очень сильно устали, проголодались, очень холодно, было мерзко. Но знаете, видимо, это все было не зря, потому что мы увидели Игоря Николаева таким, каким вы не увидите его нигде. Я не подвигаю. Дядя знает. Никак не засмотрится. Нет. А автограф чисто? И автограф. Один. Ты вообще меня слышал или нет? И показывается наше несоответствие. Игорь Юрьевич, можно вам игрушку передать? Можно, дорогая. А можете расписаться? Спасибо, давайте. Конечно, ребята, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой канал и пишите... Ребята, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите, конечно же, в комментариях, разыгрывать ли мне автографы от группы Navi Band. Всем удачи и всем пока!